Знаете, бывают такие дни, когда волосы у человека становятся неуправляемые. Вот у меня бывают такие дни. В один день ты посушишь, и все, они у тебя легли как надо. И ничего не раздражает. Но бывают такие дни, как сегодня. Ты их и так, и сяк, и вот этак, и вот так. Они все равно лежат, как мне не нравится. Они то туда, то сюда. Неуправляемые совершенно. Приятного аппетита всем. Класс. Творожок со сметанкой. Сейчас бульон гляну. Включила, нет. Включила. А то у меня память такая. Горячо. Но вкусно. Я думаю, что так время быстро пролетело. У меня муж тоже сегодня проспал. Он зашел домой. Зашел в комнату. Мне говорит, я чуть не понял. А что ты проснулась? Зачем? Спи. Мы улеглись-то поздно. Крошка какая-то. А зачем вообще ее мыть? Я говорю, не, я уже все устала. Не хочу, не буду. А то потом проспишь до обеда. И все. Весь как вареная курица, оно мне надо. У меня еще столько дел сегодня. Много. Бабнина снова идет. Душесчипательная история. Ой. Кофе с утра. Это рай, ей-богу. Понимаете, есть привычка. Уже все выработалось. Традиция. Я если с утра не выпила чашечку кофе, кстати, за весь день я могу выпить только, могу выпить одну чашку кофе. Ну, две это вообще предел. Редко бывает. Так вот с утра я выпила кофе и все, весь день я занимаюсь своими делами. Чай могу пить, воду, еще что-то. Но кофе вот именно с утра. Помню, мне написали, мол, когда... Ну, когда себя плохо чувствовала, вот помните, после бани. В баню завтра не поеду. Мне написали, Оля, может быть, это из-за того, что ты много кофе пьешь? Я мало кофе пью. Реально. Я знаю людей, которые пьют по несколько там чашек в день. Я одну всего лишь. Сейчас скажете, ну какого размера, да, пол-литровую? Здесь всего 3 ложки кофе молотого в зернах. 3 ложки. Обычно на чашечку маленькую ложку кофе кладут. У меня здесь на все, на весь объем, ну пусть будет как будто 3 чашки. Это реально немного. Ну и голова после бани у меня болела и тогда, когда я кофе не пила, честно вам скажу. Это, видать, семейное. У нас у всех так. У сестры так же, у мамы так же. Я оказалась самая крепкая. Дольше всех, как бы, да. В том плане, что сестра раньше, намного раньше перестала вообще баню любить и ходить, потому что ей всегда плохо после нее. Мама, я помню, она уже... Я еще ребенком была.
Она уже все говорила, мне после бани плохо, мне после бани плохо. Если она забежала там быстренько в бане, там 5 минут, знаете, попарилась, вышла, все, больше это предел. Потому что плохо себя чувствовала. А я, видите как? Представляете, как время летит? В детстве у нас была баня дома, и когда топили в детстве, сейчас аж слезы вернулись. Вот баня уже стопилась, все. Больше подкидывать никто ничего не будет. Вот такую большую рыбу. Я уже не помню, может быть, там карп зеркальный или вот что-то типа того. Начиненная луком, зеленью или просто луком, если это было зимой. Ну, мы что, в деревне жили. А зелень где зимой возьмешь? Только мороженое. В общем, луком, например. Начиненная, в фольгу и в печь. Вот прямо на угли, в печь, уже после того, как баня, уже все, больше никто туда не пойдет. Там последний, например, я там моюсь. Парюсь, закладывается, ну, полчасика максимум. Еще помню, с икрой, когда попадалась рыба. И вот все уже искупались. Так, знаете, сидишь после бани, чай пьешь, и вот эта вот рыба на таком разносе, она открываешь. И вот этот запах именно, то, что она приготовлена на дровах, скажем так, да, на огне, на открытом, на углях. Хоть она и в фольге, но все равно этот запах присутствует, такой вкусный. Вот до сих пор я помню эту рыбу. Так делали, ну, часто. Когда-то рыбу, когда-то там еще что-то могли запечь. Но для меня, так как я любитель рыбы, для меня самая запоминающаяся эта рыба. Wellness Oriflame. Это вдруг кому интересно. Витамины пью без перерыва каждый день. Вот так. И рыбу достаешь, я помню, прям вот эту вот снимаешь. Вот такой раскрываешь ее, а у нее мясо сочное, все такое вкусное. Как быстро время прошло, да? Детство прошло, юношество прошло. Вот так еще лет 20 буду сидеть, вспоминать, как молодость быстро прошла, да? Ах, сегодня сентиментальная тряпка. Не обращайте внимания. Все, друзья мои, приятного аппетита вам.